Dmitry Malyshko, fourth place in the pursuits at the World Championships. Congratulations. Vini, вы как? Какие чувства? Вы рады вашего прекрасного, как сегодня, performance? Или немножко расстроены за то, что вот чуть-чуть не хватило для подиума? Наверное, больше все-таки расстроен, потому что вторая гонка у меня, в принципе, идеальная стрельба, да, и немножко совсем не хватает хода. Вот, немножко где-то, наверное, с лыжами я чувствую, что соперников лыжи едут чуть-чуть получше. Это, конечно, ну, так скажем, напрягает, прибавляет сложности. Ну и опять же, последний круг, наверное, все-таки неправильно прошел. Тактически нужно было не отсиживаться за Эмилем, а убегать от преследователей. И, наверное, тогда бы я мог побороться за медаль. Осталось у вас силы, чтобы это делать? Потому что на словах звучит красиво, а как на трассе, как ноги чувствовались? Ну, слава богу, сегодня поймал такой для себя средний темп, вот, не форсировал все круги, ну, старался искать спортсмена, который будет меня тащить, да, до рубежа. В принципе, повезло, и попадал в такие группы, за Антоном ехал, то есть экономил силы. Вот, это мне помогло и на стрельбе, в частности, вот, ну, и, конечно, помогло на всех кругах сохранить немножко сил. А на спринт расскажи. Последние метры дались очень тяжело, буквально метров за 400, наверное, до финиша. Мартан начал наращивать темп, вот, и просто наши гонки превратились, наверное, в такую спринтерскую дистанцию. Я не выдержал. Мне, наверное, проще убегать по дистанции где-то, наверное, за полтора до финиша, чем вот так разбираться на последних метрах. Дмитрий, желаю удачи. Еще два хорошие гонки, три для вас. Спасибо. И надеюсь, что будет лучше. Спасибо. Давайте, все спасибо. Хорошо.